Садовник. Режиссер Махсен Махмальбаф. Я не христианин, не мусульманин, не буддист, я не зороастриец, не иудей, не бахай. Я режиссер-агностик. Сегодня мы вместе с сыном собираемся снять фильм о религии, о вере бахай. Эта религия возникла 170 лет назад в Иране. Сегодня в Иране живут сотни тысяч бахай. И только за то, что они бахаи, их казнят, сажают в тюрьмы, мучают, исключают из университетов. Лишь потому, что они бахаи. Люди до сих пор не знают, почему учение бахаи навлекло на них 170-летние преследования. Может, это незнание отчасти причина жестокости, обрушившейся на бахаи. Мы пришли в этот сад, в центр этой веры, чтобы познакомиться с ней. Чтобы раскрыть тему с двух точек зрения, я попытаюсь найти отрицательные стороны. Мой отец раскроет положительные аспекты. Это Хайфа, город на севере Израиля. Здесь находится гробница Баба, который предсказал появление веры бахаи. Посмотрите на листья. Мы все цветы одного сада, листья одного дерева. Задумайтесь об этом. Каждый лист — часть единого целого. Листья растут вместе. Они не соревнуются друг с другом. Вместе они пытаются тянуться к свету. Они стремятся к солнцу. Его тепло влечет их. Удивительно, как все они стремятся в одном направлении. Все они разные, но вместе они делают дерево прекрасным. Дерево растет медленно. Мы не ждем от него быстроты. Со временем оно приносит плоды. Это занимает много времени, но мы готовы проявить терпение. Ведь когда дерево плодоносит, это настоящее чудо. Чем больше плодов, тем ниже дерево клонится к земле. Оно раздает свои плоды даром. Год за годом. И ничего не ждет взамен. Я хочу быть смиренной, как эти деревья, твердо стоять на земле, но при этом тянуться к солнцу. Я не хочу жить под землей.
Дерево растет ввысь, стремясь к солнцу. Дети, мы с вами вырастим фрукты. Порой люди жестоки к нам, но мы должны отвечать им добром. В этом наше предназначение. И когда кто-нибудь бросит в нас камень, что мы сделаем? Дадим ему наши фрукты. И когда кто-нибудь бросит в нас камень, что мы сделаем? Дадим ему фрукты. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бросаем и бросаем. Бросаем. Дети, давайте вырастим очень много фруктов. Порой люди жестоки к нам, но мы должны отвечать им добром. В этом наше предназначение. И когда кто-нибудь бросит в нас камень, что мы сделаем? Дадим ему наши фрукты. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Бросаем. Взгляни на дерево. Оно так смиренно. Чем больше на нем плодов, тем ниже оно клонится к земле. Оно делится своими плодами. Но вы когда-нибудь слышали, чтобы дерево говорило: «Я богаче тебя, а значит, я лучше»? Я бахаи. Я работаю волонтером во Всемирном центре бахаи. Меня зовут Эона. Я из Папуа-Новой Гвинеи. Это страна в Тихом океане, рядом с Австралией. Я родился в семье бахаи. Я бахаи уже в третьем поколении. Папуа-Новой Гвинеи более 30 или 40 тысяч бахаи. В 1972 году эти люди признали Бахаулу и приняли веру бахаи. Бахаула — основатель религии, которая называется вера бахаи. Он родился в Персии. Помню, мне было 6 или 7 лет. Я увидел плакаты на стенах Всемирного центра бахаи. Его сады и это чудесное зрелище глубоко поразило меня. Я думал, что когда мне будет 18 или 19 лет, пойду туда работать. Я искренне желал этого. Меня приняли, и я сказал себе: «Боже, моя мечта осуществилась», и я прослезился.
Если бы мы пригласили профессионального актера, который давно снимается в кино, такого как Брэд Питт, Джордж Клуни или Шон Пен, фильм стал бы, конечно, популярнее. Его бы смотрели во всем мире. И не надо было бы изводить столько пленки. Есть ручка? Да. Спасибо. Я думаю о человеке. Кино стремится показывать людей и рассказывать о них реальные истории. Мне не нужен актер. Если получше присмотреться, то увидишь, что у каждого, кто попадает в кадр, есть своя история, по которой можно снять фильм. Кино не всегда было таким, как сейчас. Когда-то оно рассказывало о реальной жизни, но постепенно оно превратилось в индустрию, в массовое производство, как Кока-Кола и Макдоналдс. А мне нужен реальный человек, на котором я смогу сосредоточиться. Я хочу развить свое восприятие через эту концентрацию. Хочу научиться лучше видеть кино продолжение наших глаз, а не наших очков. Современные технологии, как новые хорошие очки, что и правда нужно развивать. Так это восприятие. Но если бы не было технологий, я бы не смог сделать этого снимка. Если важно лишь восприятие, зачем вообще тогда снимать кино? Сосредоточься на чем-то одном. Не пытайся лепить кадры один за другим, словно щелкаешь кнопки на пульте от телевизора. Старайся осознать, что происходит у тебя в мозгу. Так, 10 секунд достаточно, а то будет скучно. Если я покажу кадры, снятые в таком медленном ритме, моим друзьям, что они скажут? Истратили 20 метров пленки, чтобы снять что? Ради чего все это? Но он не только садовничает. В каком-то смысле он и молится. Это способ медитации. Он учится быть садовником для других. Как можно не понять религию, которая призывает верующих быть садовниками и цветами? Я тебя не слышу. Посчитай до трех, я проверю микрофон. 1, 2, 3, с уважением к технике. 1, 2, 3, с уважением к технике. Я ухожу. Ушел. Слушай, зачем ты столько его снимаешь? Я нашел кое-что интересное. Поспеши, а то все упустим. Пошли. Ты иди, я еще поработаю с этим персонажем.
Идем со мной. Ты ведь бахаи? Да. Ты родился в семье бахаи или стал им позже? Я родился в семье бахаи и... Да. Почему ты выбрал бахаи? Почему не христианство или... Бахаи верят, что все религии развивались последовательно, что они дополняют друг друга. Быть бахаи значит следовать учениям Иисуса, Мухаммеда и Моисея. Я не чувствую себя сектантом. Я верю, что все религии единое целое. Откуда ты? Из Калифорнии. Как тебя зовут? Йен. Так меня зовут здесь. Иен Хуан. Ты где-то учишься? Я еще не закончил колледж. Какие у тебя планы на будущее? Пока еще не решил. Возможно, что-то связанное с искусством, танцем или театром. Но разве бахаи не осуждают искусство и танцы? Конечно, нет, что вы. Если это нечто чистое, что пробуждает в нас наши лучшие качества, то все прекрасно. Я наполовину тайванец. Наполовину американец. Кажется, у мамы швейцарские корни, так что я полукровка. Вот так. Мои родители бахаи, и меня учили любить всех людей, сознавать, что все мы едины, все равны. В моем сердце никогда не было религиозных и расовых предрассудков. Познавая и раскрывая эту веру, я научился любить людей, видеть лучшее в них. Я осознал, что причины всех угроз, всей ненависти в мире, в недостатке добродетели, в непонимании, что навязывается многим людям. Это главная причина всех бед. Рай и ад — это не какие-то конкретные места, это состояние души человека. Вот, скажем, если я в этой жизни поступаю плохо, это отражается и в моей душе. Это значит, моя душа во тьме. Она пребывает в аду. Вот, например, вы отец, у вас есть сын. И если ваше дитя совершит нечто дурное, скверное, бросите ли вы его за это в огонь?
чтобы показать людям, что пришла новая вера, и законы ислама больше не имеют силы, она на глазах у всех сняла с себя чадру. Ее, конечно же, обвинили в непристойном поведении. Но Баб поддержал ее, назвал ее Тахирой, чистая. Сам Баб был убит. А 2 года спустя Тахира приговорили к смерти. Ее последними словами были: «Можете убить меня, когда хотите, но вам не остановить эмансипацию женщин. Можете убить меня, когда хотите, но вам не остановить эмансипацию женщин». Абдул-Баха был старшим сыном Бахаулы, и после его смерти он проповедовал веру отца. Его жизнь была наилучшим воплощением идей Бахаи. Он был подлинным отражением учений своего отца, толкователем его идей. Когда он был еще молод, он был изгнан из Ирана вместе с семьей и познал те же лишения, что и его отец. Он пробыл в тюрьме до 64 лет, но все это время был счастлив, поскольку служил всем людям на свете. После смерти отца Абдул-Баха продолжил проповедовать его учения о мире и единстве. Он побывал в Европе, Египте и Северной Америке. И повсюду он говорил о единстве несовершенных. Никогда не гневитесь друг на друга. Мы должны любить все живое ради Бога, а не ради них самих. Люди несовершенны. У каждого есть недостатки. И мы будем несчастны, если будем смотреть только на людей. Но если будем любить их во имя Бога, то полюбим по-настоящему, будем добры к ним во имя Его. Мир Бога, мир совершенства и милосердия. Радостные вести. Это день Господа, когда Восток и Запад обнимутся, как возлюбленные. Я тебе чай принес. Вот, держи. Спасибо. Только он горячий. Спасибо еще раз. Вот так. Пальцы не обжег? Нет, нормально. Есть хорошие кадры? Да. Есть пара кадров с одной девушкой. Она еще там. Детей очень. Я снимал садовника. Он говорил много интересного. Вера Бахаи зародилась как новая религия около 170 лет назад в Иране. В ней есть все хорошее, что есть в буддизме, в христианстве. В ней есть и идеи Ганди, и Манделы. Она не противоречит и нынешним представлениям о гуманизме и правах человека. В Иране живут сотни тысяч бахаи. Но из-за цензуры мало кто знает об этой вере.
Если бы у нас была мирная религия, Иран был бы более мирной страной. Не стремился бы получить ядерное оружие. Или у нас было бы лучше с общечеловеческими ценностями. Но, возможно, если бы бахаи пришли к власти, они бы подвергли гонениям других верующих. В Париже Хомейни тоже говорил о свободе, а в Иране сажал людей в тюрьмы. А разве Иисус не говорил о любви и доброте? Но что творила церковь в средние века? Преследовала людей за их веру и их идеи. Как свобода, мир и доброта связаны с религией? Все это зависит от культуры. Что это? Война, что ли, началась? Возможно. Причины всех войн корнями уходят в религию. Готов признать мощь религии, потому что видишь только ее негативный аспект. Если кто-то однажды обжегся, значит ли это, что нужно запечатать все нефтяные скважины? Ты же улучшаешь свои камеры, также мы должны совершенствовать и религию. Ты считаешь, религия обладает огромной разрушительной силой. Ладно, хорошо. Допустим, но почему бы не использовать эту силу в мирных целях? Смотри, из-за тебя я наступил на цветок. Нужно попросить у него прощения. А почему нельзя вовсе обойтись без религии? Кто больше воюет? Те, кто исповедует религию, или те, у кого ее нет? Везде, где идут войны, мы неизменно видим мусульман, иудеев, христиан. Они либо уже воюют, либо боятся, что война вот-вот начнется. Думаю, современному миру религия не нужна. Помню, в детстве я не понимала, зачем Богу соперничать с самим собой. Это же бессмысленно. И я искала чего-то. Однажды поняла, что больше не хочу ходить в церковь. Мама согласилась, но сказала, что я все равно должна ходить куда-то по воскресеньям. Я согласилась, и мы с отцом более 2 лет ходили по разным церквям. И везде встречали хороших людей. Везде мы встречали прекрасных людей. Но в итоге я оставила это занятие. Потом, уже в университете, у меня появилась подруга. Она тоже сильно верила в Бога. Она была из мусульманской семьи.
Мы много говорили о религии и видели, что, по сути, все религии — это одно. Мы не могли понять, откуда берется столько различий. Мы с ней договорились, кто первым поймет что-то, тот расскажет другой. Она первой нашла веру и стала бахаем. И мне об этом рассказала, но я все же сомневалась. Она дала мне священную книгу, и дома я стала читать ее. Я сразу поняла, что это слова Бога, и растерялась. Я не знала, как это повлияет на мою дальнейшую жизнь. Какое-то время я изучала веру Бахаи. Потом рассказала обо всем родителям, они были рады за меня. Они подарили мне цветок и сказали: «Надеемся, что твоя вера будет расти, как этот цветок». Я могу поведать об этом, описав значение моего имени. Меня зовут Ширия. Это имя упоминается в одном из речений на языке моего отца. Речь идет о рассвете нового дня, об ожидании нового дня. И меня назвали так в надежде, что этот новый день настанет, что он уже начался. Так вот, вера Бахаи — это обещание нового дня, когда наша ценность не будет больше определяться по цвету кожи, когда наш пол будет расцениваться как дар человечеству. Мир во всем мире возможен так же, как процветание, безопасность и равенство. Думаю, родители назвали меня так не случайно. Моя мать из США, она афроамериканка. По ее линии мои предки — рабы. А отец из Намибии, где его земляки жили под гнетом колонизаторов. Мои родители встретились, потому что оба боролись за социальную справедливость, искали чего-то, что взывало бы к высшим проявлениям человеческого духа, что дало бы людям силу для развития. Моя мать узнала о вере Бахаи еще в молодости. Когда она познакомилась с отцом, он тоже обратился в эту веру. Для меня вера Бахаи — это истинная надежда, а не просто надежда верующего. Ее воплощение мы видим во всем мире. Наступит день, когда человечество объединится. Вера Бахаи дает нам надежду на это.
Папа, ты спишь? Организованные религии – источник всей ненависти, что существует в нашем мире. Что сделала Аль-Каида? Превратила религию в орудие терроризма. Что сделали талибы? Послали детей в школы, где из них вырастили смертников-бомбистов. Ты что-то сказал? Нет, просто мысли вслух. Если религия может подготовить невинных детей к тому, что они будут готовы умирать и убивать других, это доказывает ее силу. Почему не использовать ее мощь, чтобы проповедовать мир и дружбу? Бессмысленно бросать бомбы с неба, провоцировать насилие. Папа, ты спишь? Папа, ты спишь? Что ты делал? Где садовник? Садовник тоже спал. Где он? Ты положил камеру на землю. Эона, ты где? Эона?
Бахаулла попал в тюрьму в Иране. Потом был изгнан из Ирана. И уже в изгнании снова угодил в тюрьму. Бахаулла и его родные провели почти всю жизнь в тюрьмах или в изгнании. В тюрьме он потерял одного из своих сыновей. Когда спустя много лет его выпустили, его посетил известный востоковед Эдвард Браун. Бахаулла сказал ему: «Ты пришел увидеть заключенного, изгнанника. Мы хотим лишь добра миру и счастья народам, а нас клеймят противниками мира, бунтарями, которых следует заточить или изгнать». В нашей семье было 10 детей. Из них в живых остались лишь четверо. Шестеро, а также мои отец и мать, были убиты в период геноцида в Руанде. Понимание причин геноцида помогло мне осознать, все дело не в том, что люди принадлежат к разным племенам. Причина в невежестве и ненависти. Вера Бахаи научила меня тому, что все люди при всех их различиях единое целое, как цветы. Они не борются, их разнообразие подчеркивает их красоту. Как и в этом саду, мы все должны культивировать добродетель, любовь, толерантность и терпение. Со временем мы увидим в мире те же всходы, что и в саду. Я спрашиваю себя, смог бы я избавиться от ненависти без помощи религии? Геноцид в Руанде, в Германии и других странах был спровоцирован не невеждами. Это были хорошо образованные люди, но они создали теорию ненависти, идею разделения людей. В Германии идею расового превосходства выдвинули и распространили именно образованные люди. Религия обращается к сердцу, раскрывает его силы, а вот науке это недоступно. Я считаю, наука обращается скорее к разуму, но человеку нужны как сердце, так и разум. हे मेरा ईश्वर र तिम्रो स्मरण मेरो औषधि हो तिम्रो सामिप्य नै मेरो अभिलाषा हो तिम्रो करुणा नै मेरो साथी हो मा प्रतिको तिम्रो करुणा नै यस लोक र Отношения человека с Богом самые глубокие из всех. Иногда кажется, что я знаю его, чувствую, могу описать его, связаться с ним. А порой он кажется мне бесконечно далекой абстракцией. Я не могу охватить, выразить ее. Но молитва приближает меня к этому нечто. Я
Чувствую себя любимой. Моя жизнь обретает смысл. Я чувствую связь с другими людьми. Это очень сильное чувство. И мое восприятие Бога связано с чувством удивления. Я смотрю на мир, на все сотворенное, на океан, горы, на всех живых существ, на разнообразие людей и думаю, что-то или кто-то должен был все это создать. Я читаю молитвы Бахаулы или Баба, говорю про себя: «Боже, будь ко мне милостив, направь меня», или «Спасибо, Господи», и так я чувствую Бога, я чувствую связь с другими людьми. Я вижу в них Бога, вижу что-то, что не могу описать. Это величайшее, ни с чем не сравнимое чувство единения, какой-то сопричастности. Привет. Привет. Вы не видели моего отца? Видел, он там, садовничает. Спасибо. Не за что. Папа, что ты делаешь? Ты что, снимаешь религиозный фильм? А еще говорил о правах человека, о его праве выбирать религию или сменить ее. Этот фильм не о правах человека, он о религиозной пропаганде. Стоп! Снято! Папа, я серьезно. Религии начинаются с мира, а заканчиваются насилием. Начинаются эмансипации женщин, а в итоге превращают их в рабынь. Говорят о морали, а пропагандируют тиранию. Хватит, сын. Снято. Ты же возводишь технологии в ранг новой религии. Превращаешь Стива Джобса в нового Моисея, Иисуса или Мухаммеда. Разве не развитие технологий привело к появлению ядерного оружия, которое уничтожило Хиросиму? Разве не новые технологии губят окружающую среду? Ваше поколение так нетерпеливо. Не согласен. Пойду в город, а ты пока снимай свое кино. Я не снимаю религиозно-пропагандистское кино. Я исследую веру, за которую многие отдали свои жизни. А другие до сих пор сидят в тюрьме за то, что исповедуют эту религию. Последователи никогда не прибегали к насилию. Я хочу понять, как этой религии удалось взрастить людей, умеющих жить в мире. Хочу понять, насколько причины насилия в этом мире могут корениться в религии. Это Иерусалим, священный город, центр трех мировых религий – ислама, христианства, иудаизма.
Что такое религия? Коллективный дух? Обряды и ритуалы? Традиции и реликвии? Вот, например, четки. В большинстве религий используют четки. Возле любого религиозного центра есть традиционный базар. Этот напоминает мне базар возле гробницы Шах Абдул-Азима в Иране. Здесь продают изображения святых и ангелов, сияющих, как на полотнах Рембрандта. Это израильские солдаты. Отсюда Христос вознесся на небеса. Его тело омыли на этом камне. Сюда приносят отрезы ткани, освятить их. Так же поступают мусульмане в Иране. Их вера в Мухаммеда так же сильна, как вера этих людей в Христа. Хоровое пение пробуждает во мне религиозные чувства, но я должен сохранять ясный рассудок. Все культовые сооружения в чем-то похожи друг на друга. Высокие своды, под которыми человек чувствует себя букашкой. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! А все эти свечи, распределение света и тени, странные звуки и запахи, которые уносят человека из реального мира в метафизический. Люди обитают на Земле уже более миллиона лет. Почему все эти годы Бог молчал? Почему Он начал посылать пророков лишь 3000 лет назад? Почему три главные мировые религии соседствуют на одних и тех же улочках этого города? Почему? Нет-нет, здесь снимать нельзя. Это была святыня христиан? А менее чем в минуте ходьбы через переулок святыни ислама и иудаизма? Мечеть Аль-Акса когда-то была киблой для мусульман.
Место, где, как говорят, Мухаммед вознесся на небеса. На смежной улице стена плача. Посмотрите, это прямо здесь. Это самое важное в мире место для иудеев. Неужели в мире не хватает места? Почему Бог расположил святыни двух главных религий так близко друг к другу? Неужели он не знал, что эти соседи не смогут жить в мире? Чтобы подойти к стене, нужно надеть шапочку, кипу. Мусульмане считают это место своим, потому что отсюда их пророк вознесся на небеса. Иудеи говорят, что это место их, ведь здесь стена плача. И, кстати, если Иран создаст ядерное оружие и ударит по стене плача, что будет с мечетью Алякса? Я слышал, как вы спорили с сыном. И знаете что? Ваш сын – добрый человек. Почему вы так решили? Увидел, как на него реагируют цветы. Они могут реагировать? Да, смотрите. Удивительно. Расскажите, как цветы могут раскрыть характер человека? Некоторые могут представить душу человека. Вот так. Цветок говорит, что все люди были созданы благородными.
Подойдите ближе. Я вам кое-что покажу. Вот. Может, вы слыхали, что сердце человека как зеркало. Иногда оно покрыто пылью. Мы должны очистить зеркало души от пыли, чтобы оно могло нормально отражать красоту и свет. Вы исповедуете разные религии, буддизм, христианство, ислам, индуизм, иудаизм. Вы носите разные имена, но все вы одно целое. Вы листья одного дерева.
Если религии порождают войны, лучше вообще отказаться от религии. Все мы как волны, так вздымайтесь выше, не останавливайтесь. Папа. 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 Привет, вы моего отца не видели? Видел. Ваш отец садовничает вон там. Спасибо. Папа. 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 Ты что, пошел в Бахай? Нет. А кто же ты? Я христианин. Мусульманин. Буддист. Я иудей. Зороастриец. Я вне религий. И я принимаю их все. А где камера? Я посадил ее в землю. Пусть цветет. Надо ее полить. Как дела, сын мой? Хорошо, спасибо. А как ты? Зачем поливать камеру? Ах.
фильме снимались Мейсам Махмальбаф, Мохсен Махмальбаф, Ририва Эона Маби, Паула Асади, Гийом Ньяготаре, Ширея Шетендера Юзгадо, Иен Давид Хуан, Бал Кумари Гурун. Оператор Мейсам Махмальбаф. Композиторы Пол Колье и Салар Самади. Фильм озвучен студией Камертон Медиа.